Вы всем привет, семья Влажеры, и сегодня у нас будет продолжение FNAF Руины. Погнали! Поехали! Нажимаем кнопку «Продолжить» и продолжаем с момента, где мы вылезли из вентиляции. В прошлой серии мы остановились на моменте, когда за мной гнался какой-то робот. Ну вот этот паучок, Мюзикмен, Мини, Мюзикмен, он за мной гнался, мы упали с вентиляции. Что было до этого момента? На нас напал Фёдор. Фёдор потерял голову в прямом и переносном смысле, то есть он одичал, начал на нас агриться, побежал за нами. Нам пришлось удирать его по вентиляциям, и вот мы сейчас продолжаем от него уходить. То есть мы сейчас Фазер Бласт, где ходит агрессивный Фёдор. И нам надо как-то отсюда выйти. Опять это же доврали анимация по готовке пиццы. Где Хелпи делает ее. Все. Кто-то... Что-то типа наподобие Фредди Крюгера поцарапало стену. Поэтому пойдем дальше. Стена. Подарок. Я просто не вижу смысла брать вот эти вот подарки. Ради чего? По факту оно не надо. То есть я себя подставляю риском тем, то, что я сижу в маске в каком-то помещении. Поэтому собирать подарки не хочу. Не буду. Уж больно рискованно это делать. Мне каждый раз кажется... Мы опять в гонках Рокси? Кэсси, ты меня слышишь? Наконец-то сигнал наладился. Грегори, я отключил все узлы безопасности. Сейчас я в гараже для вечеринок Рокси. Еще далеко? Почти. Остался всего один уровень. Выходит подземельный уровень. Где я? Последний узел Рокси. Ты должен отключить ее. Но отключи ее и спаси меня, Кэсси. Пожалуйста. Тут так темно. Хорошо. У меня в комментариях начали мне спойлерить вообще сюжет этой игры, поэтому я его знаю. И советую, если вы не знали сюжет этой игры, не лезьте в комментарии, потому что вы себе испортите впечатление. Поэтому не рекомендую. Писать можно, читать не надо, по крайней мере. Поэтому идем дальше. Я... Попытался на большинство комментариев про спойлерство сюжета в этой игре, попытался не читать, но, к сожалению, самые такие важные моменты я уже знаю. И немного плохо, точнее, там. То есть мы, получается, ни хрена ж себе. Они настолько были огромны все это время в гонке Рокси. Целый ангар. О, Рокси. Рокси. Кэсси. 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 С возвращением, Кэсси. Ты помнишь меня? Привет. Твой особый день. Я помню твой особенный день. Тебе все еще нравится? Прошло довольно много времени. Кэсси, что ты делаешь? Глаз? Ни хрена ж себе. Отключаем Рокси. Мне очень жаль. Я обожаю морковный торт. Кэсси. С днем рождения, Кэсси. Прости. Та-дам. Все, мы отключили Рокси. Почему-то у нее выключатель находится под глазом. Немного странно там, конечно, делать выключатель для робота, ну да ладно, для аниматроника. Мы ее убили, окончили ей и ее путь. Хоть она и была к нам настроена дружелюбно, скажем так. Но мы ее все-таки убили. Так, ну смотрите, Монти утонул, Фёдор потерял голову. Чика, что с Чика, кстати? Чика, Чика, Чика. Я не помню, что с Чикой. Слушайте, осталось только Чика.
Мы всех аниматроников уже поубивали, ну, кроме Федора. Но Федор, прекрасно, это был последний узел безопасности. Мне удалось найти источник радиосигнала твоего друга. Он находится под гоночным треком. Внимание, ты покидаешь зону покрытия сети Ванни. Ага, хорошо. И, скорее всего, это уже будет финал этой игры, вот эта серия. Потому что, по факту, мы сейчас спустимся, найдем Грегори, уйдем с Грегори, и все. И нас тут больше ничего держать не будет. Плачет. Да, господи. Убили и убили, Рокси. Ничего страшного. Да, она была к тебе дружелюбно настроена. Да, она... Но ее можно понять. Это представьте, что и Грегори бы убил Фредди. То есть... Ее можно понять. Но я не думаю, что это прям настолько грустно. Плачет. Тун-тун-туру-тун. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. О боже. Где еще тут динамики находятся? Почему такой ужасный звук? Плачет. Да все, харе реветь. Убили и убили. Уже все, уже поздно. Тебе бы все равно не удалось бы с ней уйти, она бы отключилась. И оставить ее тут тоже как бы было бы немного странно. В этих развалинах. Что она тут делала? Да все, господи, успокойся. С одной стороны, мы облегчили Рокси жизнь, если у нее таковая она и была. Если нет, то, господи, ее можно включить. Давай поднимемся, включим ее. В чем проблема? Мы же ее не уничтожили, мы же ее не сожгли, мы просто ее выключили. Грибы. Грибы. Светящиеся грибы. Слушайте, это уже какие-то странные локации. Сталактиты какие-то. Блять. Я уж подумал, ты на капкан наступила. Дурацкий фонарик. Чё пугаешь-то? А я могу помыться? Вау. Это очень красиво. Это очень красиво выглядит. Я аж чувствую, как у меня видеокарта напряглась. Но это очень красиво выглядит. Вот это вот, вау. Картинка какая красивая. Как светятся грибочки, мне все это нравится. Бля, красота. Откуда красный? Откуда тут красный? А, простите, конечно, меня, но почему тут красный? Из-за чего? Ладно. Что-то мы как-то... По-моему, не туда идем, что ли. В Security Breach мы просто с Грегори спустились. Подарок. Мы просто с Грегори спустились и все. Прошли немного прямо и мы дошли. Тут что-то мы ходим каким-то... Опять фаст-жетон. Немного напоминает этот... Help Wanted. Там же тоже эти жетоны были для того, чтобы разблокировать какие-то... Объекты из уровней. Еще фаст-жетон. А куда их тратить? А куда мне их тратить? Коррекционные предметы в аэро. Еще теплее. А, это задание называется. Еще теплее. О! Конфетный кадет. Я конфетный кадет. Подходите, берите конфеты. Есть целый день. Каждый день. Конфеты, 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 конфеты. Сейчас я расскажу тебе историю о маленьком мальчике, который жил со своей мамой в хижине в темном лесу. В лесу обитало чудовище, но мама поймала его и заперла в подвале. Чудовище издавало страшные звуки по ночам. Но мама говорила мальчику, чтобы он не волновался, потому что никогда не сможет выбраться наружу. Затем она пела колыбельную на сон грядущий. Нормально. Давай дальше.
То есть какой-то монстр был в подвале у какого-то мальчика. И мама причем заперла этого монстра в подвале и говорила мальчику, что этот монстр не выберет. Чего? Ты чё? Монетки. Вот для чего нужны были монетки. Ладно, ну тогда был бы смысл собирать эти жетончики, блин. Ну зачем ты так делаешь, игра со мной? Я теперь хочу перепройти, ну из-за миссии в Бонни Бо... Почему тут кругом грелки? В духовке. Потом... Это офис охранника из шестой части! Жетон? Жетон. Это офис охранника из шестой части, я вам говорю. Пойдем еще послушаем историю. Так, мы остановились на том, что мальчик... спели колыбельную на сон грядущий. Давай еще. Однажды чудовище перестало рычать, прислушиваясь и выучило колыбельную. Ага. Притворилась мамой и украла ребенка. Скорее всего, так оно и было. Так, ну если мы найдем еще жетоны, мы, ну, конечно, послушаем. И опять же, игра заставляет меня перепройти ее, чтобы найти все эти жетоны и услышать эту историю целиком. Но я не хочу, потому что вот эта вот миссия с Боулинг Бонни, она такая душная. Или вот офис. О, тут этот Бёрн Трап вышел. Да, тут выходил Бёрн Трап. То есть мы с обратной стороны зашли. Еще подарок. Страница из комикса 8. Бёрн Трап и этот... Молтон Фредди. И что это вообще такое? Бёрн Трап и Молтон Фредди. Интересно, кто это нарисовал, потому что... Грегори, тебе было нечего заняться, и ты решил порисовать? Что это за рисунки? Зачем? Немного странно. Сюда. Быстрее. Сюда. Давай. Сюда. Все. Давай. Сейчас последний не успеет, да? Yes, успели. Замечательно. И если это комната, где выходил Бёрн Трап, то этот проход ведет в ту комнату, где мы были с Грегори. То есть Грегори отсюда и не выбирался. Хотя там было в конце то, что не убегали. Странно. А что тут делает Грегори, если тело Фредди все еще в фазербласте? Немного странно. Погодите, я же еще один... А, нет, это был не жетон, это была эта страница комикса. Ваня работает? Что, простите? А почему она тут работает? Так, тут работает система Вани. Будем знать. Сначала эти. Тут на циферке по-хорошему надо было делать. Не на вот этот переключатель, он немного странно работает. Но при этом все равно нормально все, что делается. Та-дам. И? А, надо было сначала открыть. Ладно, хорошо. Так, протокол безопасности. Да. Здорово, заяц. Грегори! Грегори, ты в порядке? А где ты Грегори тут видишь? Слушайте, мы отключили протоколы безопасности. Это... Ты спасла меня! Ты спасла меня! Грегори? Я Грегори. Не сильно ты и похож на Грегори. Ты не Грегори. Что ты такое?
Ты не Грегори? Ты... Кейси, убирайся отсюда, беги! А, я думаю, мы побежим. А, Роксана, почему ты выжила? Беги ты! Беги! Грегори, это действительно ты? То есть, на самом деле, ты? Я пытаюсь связаться с тобой всю ночь. Меня нет. Пицца Плекси, что-то морочит тебе голову. Ты немного опоздал. Голос этой твари в точку к тебе. Как знать, что это действительно ты? Есть какой-нибудь другой вариант? Тебе нужно сейчас сбежать отсюда. Как? У твоей подруги есть план здания. Следуй инструкциям. У какой подруги? У Рокси? Ага, Рокси больше нет. Хорошо. Так, ну это просто ходячий эндоскелет, который умеет имитировать чужую речь. Первую речь, которую он сымитировал, это речь матери. Пойдем пить направо. Там, по-моему, был пароход налево, но мы пойдем направо. Оно у тебя за спиной. Давай, беги. Блять. Продолжайте. Бегу. Со всех силы бегу. Тупик. Нет, не тупик. Ох, свет, пожалуйста, да не выключайте хотя бы. Дверь, дверь, я вижу дверь, я вижу дверь. Блять. Ты чё? Ты угораешь сейчас. А, там дверь закрыта. Фух. Все, быстрее уходи, не парься, просто закрывай дверь. До свидания. Минус рука. Слушай, Кэсси, это я. Я должен кое-что объяснить. Ты не должна была приходить в Пиццаплекс. Это существо в провале тебя обмануло. Я не знаю, что это такое, но оно заперто здесь уже давным-давно. Программа безопасности SUBX была создана для его подавления, но ты отключил защиту, теперь оно... Ты не виноват, я знаю, что ты пошла на это ради меня, чтобы спасти меня. Но нельзя допустить, чтобы оно... Зашло за нами. Пошло за нами. Ни хрена ж себе, Грегори. Григорий, ты чё? Григорий. А, пропустить? Не-не-не, пропускать не надо. То есть нас Грегори просто, блять, оставил в подвале? Конец. Нас убил Грегори? Вы что, сейчас серьезно? Вы чё? Григорий, вы чё? Что я вам сделал, Григорий? Так. Знаю эту игру, тут есть несколько концовок. Вопрос. В каких моментах я должен был пойти не по тому пути? Ну, наверное, собрать все монетки. И использовать их на автомате, вот на этом конфетном автомате. И я бы, скорее всего, получил бы какую-нибудь секретную концовку. Или... А я не знаю, как еще. Убегал я наугад. Убегал я наугад. Может быть, там будет как в этом. Как в Sister Location. Определенный путь, по которому надо пробежать. И там будет секретная концовка тоже. Но Грегори мразь. Грегори тварь. Не, понятное дело, он это делал ради нас. Ой, сделал, и вообще не ради нас сделал, а ради всего... условного мира, блин. Чтобы это существо не вышло на поверхность. Но
Неужели не было другого варианта, кроме того, как нас скинуть вместе с этим чудовищем? Очень ужасный FPS на титрах, прям пипец. Кадров где-то условно 10 на эти FPS-ы. Кейси! Все. Прекрасно. Глава 9. Ох, блин, подождите. Что, блядь? Вы, блядь, я в ахуе. Короче, давайте быстренько расскажу, что я сейчас узнал. Ну, прочел. Короче, во FNAF руины есть три основные концовки. Обычная, необычная и сверхнеобычная, ну как это сказали в видео. Типа, мы прошли на обычную концовку, просто сбежать и умереть. Также есть необычная, где мы просто поворачиваем в другой угол и также умираем, просто получаем другую картинку. И есть сложная, секретная концовка, где мы... где мы убиваем мимика. Вот это вот чудовище, вот это вот, которое было. Это, во-первых, Бёрн Трап. И мало того, что это Бёрн Трап, так это еще и какой-то, блядь, мимик. Кто это? Не знаем. Его можно убить при помощи скупера, но чтобы его убить, надо переигрывать всю игру заново. На трех локациях, на четырех локациях, на четырех локациях заходить на камеры, из камер открывать какие-то странные двери, чтобы потом, в конце, когда убегать от него, забежать по секретным дверям к скуперу и убить его. Я думаю, на ютубе много тех, кто... Тут еще есть секретный Бонни, есть секретный момент с Чикой. То есть, короче, тут есть куча, 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 куча всего. Чего я делать, конечно же, не буду, потому что на ютубе есть дофига, мне кажется, уже видео по поводу всех концовок, и то, как они выглядят, и то, как они открыть. Я прошел для себя, я... Все, я закончил. Это последнее видео, которое идет 20 минут. Нормально. Вот, поэтому на это, наверное, все. Это был FNAF Ruined. Продолжения не будет. Вы сами знаете, где должны поставить лайк, тем более где подписаться. А с вами был Vlogger. Вы всем спасибо за просмотр и вы всем пока.